что увидел? Читос. У нас таких нету, да? Да. У нас нету таких? Нету, да. Давай выбирай какие-то читосы. Ничего себе. Вот это крутяк, да? Так, посмотрим, с чем это. Можно? Ужин в ясах. При свечах. При свечах, можно сказать. Скоро будет новый челлендж. Новый челлендж. Сегодня. А пока у нас картошечка вот такая. Ням-ням. Курочка-гриль. Огурчики, виноградик, хлебушек домашний. Местная коньячурочка. Александрион. И курочка. Кока-кола. И курочка. Так что приятного аппетита. И курочка. Спасибо. Эй, промышела. Ну трой с такими не дружит. Смотри в дерево, ну так. Класс! Как его зовут? Посмотри на косточки. Как его зовут? Дода. 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 Грязный Дода. Ну, есть акула номер. Погнали животик. Спать он? Кучавец. Ют. Кокос. Кино. Сейчас кукар дворит. Так, что такое? Мерси, мерси. Ну. Варю в дерево зубуны. Понести? Горячая. А горячая. Какого жара. Виноградный горячий чай. Если маленький. Как ты, Юля, называешь ее? Ну это я сейчас придумала. Турделла. Турделла. О, смотри, Тима. Тима, бери давай. Ну попробовать хоть надо. Аня, вот так кусочками можно, да? Вот так вот можно, о.
что говорили? Сливочная. Чем попробовать? Вот эти так карды. Что это у нас тема? Я в шоке, смотри. Твои величины. Ребята, смотрите, какой Алинка. Это чупа-чупс. Настоящая. И сейчас Тима будет пробовать первый раз в жизни, да? Я уже один раз попробовала. Где? На Ботанике деда мне купил. Большую? Нет, маленькую. Тоже такую же маленькую? Да. Не, была похожа. И тоже виноградная? Помочь? Да. Нет. Давай помогу. Я быстро сделаю. Так что, пробуем. Вкусно. Со вкусом? Винограда. Со вкусом винограда. Да. Ну, погнали. Дайте я сниму куртку опять, потому что жарко очень. Надо начать движение, не так неприятно. Религиозный уголок. Розы, розы. Сумки, кошелечки. Ты знаешь, о чем говорит тот факт, когда книги стоят 20-30 центов? Люди перестали читать. Люди просто перестали читать. А, это Юст. Это уже прочитанные книги, не новые. Okay. Да, не новые, но все равно. Я что-то не вижу ни одного человека, чтобы стоял и выбирал там какие-то книжки. Но зато большая толпа в Нью-Йорке.
Смотрите. Да, спасибо, да? Турецкие вайкики. Ну и Тима захотел массажика, да, Тим? Поехали, на одну минутку. Хорошо? Давай я подержу. А? Угу. Забалдел мальчик. Нормально, спинка расслабилась. Хорошо, да? Thank you.
Ну, все мог. Нормально, нормально. Спасибо, Вател. Пошли? Да. Ты первая. Уно-зеро. А до орунда? Такси нашлось за 20 секунд. Ларев дерев, вся рыбуна. Что? Собаку. Можно? В любой стране можно купить собаку. Так, у нас еще 20 минут до отправления. Прикинь, уже поезд прибыл. А он уже прибыл. То есть, что можно. Тебе легче достать свой телефон. Конечно. А то у меня лайк. Снимаю. Да? Не подключается у тебя интернет, странно. Так что у меня хорошие новости. Как? Ты сейчас ложишься спать и телефон ставим на зарядку. Давай. Как спать? Ну, хочу давай, вот так. Спать. А что, не хочешь спать? Нет. Сегодня рано проснулся, гулял много. Нет, пап. Ну, Тима познакомился с девочкой в поезде. И начал игру онлайн. Паркур в Roblox. А мы пока на том.
Держи.